Вот. Комментарии потом там все можешь убирать его. Не, подожди, я буду рукой держать. Снимаешь? О, вот. Вот сейчас вот, вот это я еще найду, вот так вот. Такая вот. О! О, вот такая красота здесь была. Вот так, если посмотреть, вроде как целый автомобиль. Да. О, можно вот туда, сзади меня зайти. Ну, по крайней мере, так он выглядел. Сейчас вот. Зайду. Вот, как бы внутри сарки можно заснять. Вот, вот он такой вот. Снутри сарки. Автомобиль. Вот здесь вот, так, чуть-чуть снизу. Ага. Вот. И вот такой. И вот теперь мы это все будем постепенно устранять. Вот, устраняем вот этот кусочек. Вот такой кусочек отпал. Вот такой кусочек автомобиля у нас отпадывает. Да. Потом вот тут вот с торца еще кусочек отпадывает. И потом вот тут еще один кусочек у нас происходит от меня. Вот. То есть ржавые места мы вырезали, их теперь не будет. И все. Дальше шпатлю. Вот так потихонечку обживаемся в боксике. И колхозили какие-то тут полочки. Вот, навалили на них всякие всячинки. И машинка. Ну, эту сторону мы уже обварили, сделали. А сегодня вот вывалили уже и эту сторону автомобиля. То есть вот это крыло, которое стояло вот тут вот на машине. Теперь мы здесь видим просто дырку. Или отверстие, как хотите. Вот. Вот так вот это теперь все выглядит. Вот. А вот и новые запчасти к этому автомобилю. Вот такая вот железюка. Вот они уже туда. Видно разметка. Это уже будет новая запчасть на как раз вот место вот этой вот вырезанной и ржавой запчасти. Вот у них такой вот вид презентабельный. Все это сгнило, все это пожевано, грязно. Это все выкидываем. И сейчас будем строить в этом месте новый автомобиль. Продолжаем работать над этим автомобилем. Вот у нас сделана одна латочка. Вот такая. Вот у нас сделана еще вот такая латочка. Вот она. Это будет наружная часть крыла. А это будет внутренняя часть крыла. Вот тут у нас все с машины вырезано. Это вот от полики. Вот мы будем сейчас вставлять вот эту латочку. Будем вставлять вот эту латочку вот сюда. Красивая, фигуристая. Вот она будет вставать. Вот сюда. К полу приваривается. Пристегивается. Там подходит к арочке. Вот. А потом. Вот потом. Сверху будет приварен уже нижняя часть крыла.
Вот так. Вот так. Раз. Это не тот. Потом буду состыковываться. Все, работаем. Ну, вот что у нас в итоге и получилось. Ну, вот проварили этот уголок. Вот. Останется завтра у нас буквально две дырочки закроем. Выкроем. Это все будет срезаться, обрабатываться. Вот она. Вот она, наша крылочка. Вот таким манером она у нас сейчас выглядит. Вот она. Все. Это место завтра. Вот эта нижняя часть режем в одной плоскости, закругляем, зачищаем, работаем. Хватит на сегодня, время 7 часов вечера. Вот, то есть вот у нас уже правый угол и левый угол. Вот они уже почти похожи завтра. Работаем кромочки, краешки подрежем, почистим, будет красиво. Вот что у нас получилось. Вот что у нас в итоге получилось. Вот такая вот. Крылышки у нас в итоге получились. Вот такие крылышки. Это крыло. Вот это крыло. Такой автомобиль. Работаем на кислотном грунте. Работаем на улице под навесиком. По утрам уже роса, сыро, бывают дождики. Вот таким образом это все дело законсервировали. Вот оно. И там то же самое. Внутри. Все сделали с улицы. Вот такой вот у нас фонарик законсервированный, угол крыла или чего там. Все, работаем дальше.